Если никого больше ничего обсуждать такого не хватит. Значит, ну, это вторая лекция. И тема Hill-Benn C2 как алгебраическое многообразие. Правда? Раз, раз, раз. Окей, так или иначе. Да, значит, давайте я начну с того, что я напомню, чего мы достигли в прошлый раз. Мы смотрели действие Sn на C2 в степени n. И рассмотрели множество орбит. Оценки точек C2. Это можем рассматривать как множество, но на самом деле это является алгебраическим многообразием. Это алгебраическое многообразие. Более вообще, если у вас есть гамма, конечная подгруппа в GLV, то V по модулю гамма, то же самое множество орбит, это есть спек алгебры инвариантов. Это мы обсудили в самом начале. А в самом конце мы ввели еще одно множество Hill-Benn C2. Я в этот раз буду сокращенно обозначать его h с индексом n внизу. Хорошо? Значит, что это такое? Это множество идеалов в алгебре многочленов от двух переменных. Это идеалы скоразмерностью равной n. И сегодня мы будем заниматься следующим. Мы докажем такую теорему. Ну, точнее, мы докажем большую часть этой теоремы. Остаточек придется на пятницу. Теорема, что Hn снабжается естественной структурой алгебраического многообразия. Это алгебраическое многообразие. Неприводимое. Гладкое. И размерности равной 2n. И более того, у нас есть естественное отображение. Значит, такая первая часть теоремы. У нас есть естественное отображение множеств ρ из Hn в C2n по модулю Sn, которое что делает? Оно берет идеал и отображает его в множество нулей с кратностями. Окей? Так вот, мы утверждаем, что это ρ является морфизмом, да к тому же еще разрешением особенностей. Иными словами, оно проективное. Мы будем рассматривать, так какие разрешения? Проективное и бирациональное. Вот, значит, что мы будем делать сегодня? Мы сегодня докажем, что Hn — это алгебраическое многообразие, и мы докажем, что ρ проективно. Окей? А все остальное будет в следующий раз. И план нашей работы
Первое. Я хочу реализовать HN как пространство орбит. Действие некоторой группы на некотором многообразии. Потом я обсужу категорные факторы. И наконец, я обсужу GIT-фактор. Слово GIT имеет два значения, одно из которых используется в математике, а другое иногда используется в реальной жизни. В математике это означает Geometric Invariance Theory, а в реальной жизни это некоторое британское сленговое слово, которое вы можете посмотреть в словаре. Прекрасно. Значит, я хочу реализовать HN как пространство орбит некоторого действия. Для этого я введу следующее обозначение. Z все время будет обозначать множество троек A, B и I, которые лежат в следующей штуке эндоморфизмы CN в квадрате. Плюс CN. Иными словами, A и B — это матрицы N на N, а I — это вектор размера N. Я хочу наложить условия, я хочу, чтобы матрицы A и B коммутировали. Окей? Иными словами, я получу аффинное алгебраическое многообразие, потому что понятно, что это замкнутое условие. Это аффинное алгебраическое многообразие. Окей? Внутри этого зверя я хочу рассмотреть следующее подмножество. Я хочу рассмотреть z с верхним индексом s, которое будет множеством всех троек a, b и i в z. Так что I является циклическим вектором для A и B. C, A, B, примененное к I, равно всему C. То есть мы можем получить любой вектор в CN, применяя многочлен от A и B. Поскольку A и B коммутируют, это имеет смысл. И это, соответственно, является открытое подмногообразие. Это открытое подмногообразие в Z. И мы сразу легко видим, что оно не аффинное. Для этого достаточно посмотреть на n равно 1. Если у нас n равно 1, ну, в прошлый раз, помните, мы рассматривали пример n равно 2, но с тех пор мы немножко деградировали, и поэтому сейчас будет n равно 1. Значит, если n равно 1, то мы должны, значит, иметь и... Нет, что-то я по-моему, не то говорю. Ладно. В общем, для n равно 2 оно будет не аффинное. Для n равно 1 оно все-таки аффинное, да. Ну, надо сделать какую-нибудь ошибку, правильно, в лекции? Это неинтересно. Да, значит, для n равно 2 оно уже не аффинное. Вот, прекрасно. И на всем этом хозяйстве... Естественным образом действует группа всех невырожденных матриц. Мы рассмотрим группу G, всех невырожденных матриц, она действует на Z. А именно G, примененная к тройке A, B и I, это G, A, G в минус первой, G, B, g в минус первой и g i. Ну, то есть самое естественное действие, которое вы можете написать. Ну и понятно, что действие ограничивается на ZS. Это условие инвариантно относительно сопряжений. Окей? Какие-то вопросы? Зачем мне это надо?
Мне это надо, потому что сейчас я докажу следующие две леммы. Первая совсем простая. Лемма. Действие G на Z с индексом S свободно. То есть все стабилизаторы тривиальны. Ну, доказательство в одну строчку. Значит, что означает, что G стабилизирует A, B и I? Ну, это означает, что G коммутирует с A, G коммутирует с B, и G оставляет I на месте. Правильно? По определению. И используя базовые навыки алгебры, вы видите, что G просто сохраняет на месте любой элемент вида F, A, B и I, где F — это какой-то многочлен. Вы понимаете, элемент такого вида, они заполняют все пространство. Просто по определению ZS. Поэтому G просто равно тождеству. Окей? Хорошо. Это такое свойство приятное. Зачем же теперь, зачем мне это нужно? Ну, я могу рассмотреть просто пространство орбит. Я могу рассмотреть ZS, фактор по G. Просто пространство орбит. Ну, множество орбит. Пока на нем нет никакой структуры. И оказывается, что это множество орбит находится просто в естественной биекции со схемой Гильберта. Предложение. У нас существует естественная биекция между HN и ZS по модулю G. То есть что мы должны сделать? Мы должны взять идеалку размерности N и произвести элемент в ZS, определенный с точностью до действия G. И наоборот. Давайте я построю отображение вот сюда. Из HN в ZS по модулю G. Значит, что мне нужно? Мне нужно два коммутирующих оператора и вектор. Но смотрите, дело в том, что элемент I отсюда — это идеалка размерности I, к размерности N. Поэтому он дает нам векторное пространство размерности n. Это имеет размерность n. В этом векторном пространстве есть выделен элемент, класс единицы. У нас есть вектор i, который равен единичка плюс i большое, который живет в V. Кроме того, на этом пространстве есть два коммутирующих оператора. Так, давайте здесь включим интерактив и спросим у аудитории, кто такие эти операторы. Умножение на x, умножение на y. То есть теперь мы определим a как умножение на x и определим b как умножение на y. И пока это операторы на некотором абстрактном векторном пространстве. Мы можем выбрать базис. Выбор базиса V позволяет нам рассматривать эту тройку как элемент в Z с индексом S. Z это просто стоит из матриц и вектора. Понимаете? А не из операторов и векторов в каком-то абстрактном пространстве. Вот теперь выбор базиса здесь, он соответствует действию GLN, правильно?
этот базис соответствует действию желя, группы G. Посему, ежели мы не выбрали базис, то мы приземляемся в множестве орбит. Таким образом, это нам просто дает отображение. Просто получаем отображение из HN ZS по модулю G. Не хотим. Не. Возьми n разных точек. Ничего не сдвигает. Умножение на x в точке 1. Окей? Одно отображение есть. Я хочу отображение в другую сторону. Как я его получаю? Теперь я хочу из ZS по G ваше. Значит, здесь у меня есть... давайте я возьму A, B и I принадлежит ZS. И рассмотрю следующее что. Я рассмотрю идеал I, который состоит из всех многочленов F о двух переменных, таких, что f, a, b, i равно нулю. Непосредственно видно, что это идеал, и что этот идеал имеет коразмерность n. Потому что, просто из того, что множество вот таких элементов, оно заполняет все пространство C. Поэтому у нас есть n линейных уравнений. Это идеал коразмерности n. То есть мы получили отображение из ZS в HN. Вы понимаете, это отображение G инвариантно. Если вы сопрягаете эту тройку элементом G, то идеал не меняется. Это G-инвариантное отображение. А посему оно факторизуется через множество орбит. И те, кто по каким-то причинам хотят в этом разобраться, должны завершить доказательство. Должны проверить, что эти два отображения являются взаимно обратными биекс. Вот. И на этом месте у слишком вежливой аудитории должен возникнуть вопрос. А чем хрен слаще редьки? Чем нам вот эта вот штука милее, чем исходная HN? Дело в том, что наука, которая называется геометрическая теория инвариантов, или по-английски GIT, она как раз-таки и занимается тем, что пытается снабдить факторы по действию групп структура алгебраического многообразия. Это такая задача, которая в алгебраической геометрии возникает просто сплошь и рядом. То есть то, что мы сделаем, наша цель, это снабдить ZS по модулю G, структура алгебраического многообразия. Это то, чем мы будем заниматься. Есть ли у аудитории вопрос? Но перед тем, как этим заниматься, мы потренируемся на некоторой более простой задаче.
на задачи построения так называемого категорного фактора. А именно рассмотрим следующую ситуацию. Пусть у нас G — это некоторая алгебраическая группа. Что означает алгебраическая группа? Это алгебраическое подмногообразие в GLn, которое является подгруппой. Ну, например, можем взять G равно GLn. А X у нас будет некоторое аффинное алгебраическое многообразие, на котором действует группа G. При этом я хочу, чтобы действие было алгебраическим. G действует на X алгебраически. То есть, что значит задать действие группы? В частности, значит задать морфизм алгебраических многообразий из G, точнее, надо задать отображение из G умножить на X в X. Так вот это вот алгебраически означает ровно одно. Это означает, что что это отображение является морфизмом. Окей? То есть опять действие, которое задается полиномиальными отображениями. Какой x нас будет интересовать больше всего? Больше всего нас будет интересовать x равный z. А именно тройки из двух матриц и вектора такие, что матрицы коммутируют. Например, можем рассмотреть G, где G равное GLn, которое действует на Z. И наша задача параметризовать орбиты действия G на X точками алгебраического многообразия. Ну, тут мне могут заметить, что я вообще исходно хотел решать другую задачу. Я хотел параметризовывать орбиты действия G на Z верхний индекс S. А Z верхний индекс S, ну, оно почти никогда не аффинно, хотите верить, хотите нет. То есть решать мою задачу непосредственно мне это не поможет. Но мы, в общем, грубо говоря, сейчас делаем то, что мы тренируемся. Знаете, как говорят, тренироваться на кошках. Ну, вот это наш кошка. Вот, хорошо. Но давайте вспомним, что мы на нашей прошлой лекции уже решили задачу такого рода. Значит, такое напоминание, которое было также сделано в начале, что если G — конечная группа, а X — это векторное пространство, на самом деле подойдет любое X, это не важно, значит, V по модулю гамма, пространство орбит, это спектр алгебры инвариантов. Любое в смысле аффин. Ну, математические идеи — это такое изделие многоразового использования, поэтому мы попытаемся применить то же самое. В общем, как насчет, в общем случае, рассмотреть сначала алгебру инвариантов, все полиномиальные функции, которые инвариантны относительно действия G.
я позволю себе напомнить, что это обозначение означает следующее. G, примененное к F и вычисленное в точке X, это F от G в минус 1 от X. Мы опять ищем функции, которые постоянны на орбитах. А если так случится, что это хозяйство конечно порожденное, то мы можем взять спектр. То есть если конечно порожденное, то мы можем взять просто спектр от этого дела. Можем взять соответствующее алгебраическое многообразие и притвориться, что мы задачу решили. Значит, здесь есть маленькая проблема, потому что, вообще говоря, эта штука не является конечно порожденной. Можно привести контрпримеры, хотя, в принципе, над ними человечество думало довольно долго. Однако ситуация исправляется, когда группа G редуктивна. Мы предположим, предположение, G редуктивна. Что это означает? По определению, это любое конечно мерное алгебраическое представление вполне приводимо. Редуктивные группы можно полностью описать. Но с точки зрения, так сказать, в целях этой лекции, нам надо только знать, что, во-первых, конечные группы редуктивны, это проходит в курсе алгебры, а с другой стороны, группа GLM редуктивна. Конечные группы редуктивны. И GLN от C тоже редуктивный. Это результат Веля, который доказывается с помощью приема известного как унитарный трех. И дальше мы имеем следующую теорему, которая принадлежит Гильберту. То если G редуктивно, то алгебра инвариантов, конечно, порождена. Тут уместно рассказать анекдот, что в конце 19 века там у людей была такая индустрия, которая брала какое-то линейное действие алгебраической группы, скажем, GLN, и доказывала всякими интересными методами, что алгебра инвариантов конечно порождена. После чего пришел Гильберт и многим хорошим людям откровенно испортил жизнь, доказав эту общую теорему. Ну вот. Значит, что мы теперь можем сделать? Мы можем рассмотреть спектр этой алгебры и надеяться, что он решит наши проблемы. Поначалу все вроде кажется ничего, у нас по-прежнему есть доминантный морфизм. Значит, включение алгебры инвариантов для действия G в C от X дает нам доминантный морфизм. P из X в наш спектр. И мы можем попытаться исследовать его свойства, аналогично тому, что мы делали для конечных групп. А именно мы имеем следующую теорему Гильберта, которая говорит следующую вещь.
Во-первых, оно говорит, что пи сюръективен. Это первое. И второе, он говорит, что каждый слой пи содержит единственную большими буквами замкнутую орбиту. То есть то же самое было верно для конечных групп, но, естественно, в случае конечных групп любая орбита замкнута, а не все нульмеры. А здесь надо дополнительно требовать замкнутость. И это то, что делает жизнь несколько сложнее, чем в случае конечных групп. Давайте попытаемся рассмотреть пример. Пример номер 0. Пример 0. Пусть наша x — это cn. Наша g — это одномерный торт, также известный как gL1, который действует на x самым естественным образом. А именно мы берем элемент c из тора, элемент x из x и просто умножаем. Окей? Значит, как наша группа действует на функции? Вот если у нас есть f cx, это просто полиномы от n переменных, что мы можем сделать? Мы можем разложить сумму однородных компонентов. Написать, что f — это сумма с i равно 0 по n, f и t, где эта штука однородная, степени равной. Как теперь t действует на f? Ну опять, значит, это f от t минус 1x. И понятно, что это сумма по i равно 0 до n t в минус i f и t от x. Таким образом, какие функции инвариантны? Ответ. Инвариантные функции — это в точности функции степени 0. И таких функций просто куча, а именно все константы. Давайте m. Слушайте, любая буква может называться m. То есть что мы получаем? Мы получаем, что наш спектр это просто точка. И это не должно никого удивлять, потому что если вы посмотрите на то, кто такие замкнутые орбиты, то здесь есть одна замкнутая орбита, это 0. То есть замкнутая орбита одна. И нет никакого противоречия с тем, что мы сказали раньше. Вот, ну это, конечно, досадное происшествие. Но давайте закроем на это глаза и попытаемся дать еще определений. Значит, этот спектр, который мы определили в общем случае, имеет обозначение, он обозначается x, две черты g. И две черты, они как бы означают, что это нечестный фактор, этот фактор не разделяет орбиты.
Это имеет название, это называется категорный фактор. Причина, почему это так называется, заключается в том, что этот фактор обладает хорошим категорным свойством. Он является универсальным объектом. А именно, предположим, что у нас есть морфизм. XY это будет J-инвариантный морфизм. Нет, не приходит. Не приходит, это ничего. Ноль. Супер. Вот пусть у нас есть J-инвариантный морфизм, двуфильное многообразие. Y-афи. Тогда он единственным образом пропускается через морфизм, который я называю пи, в x две черты g. То есть существует единственный морфизм из x две черты g в y, который делает эту диаграмму коммутативной. Давайте я прямо сейчас это докажу. Вот что значит задать морфизм аффинных алгебраических многообразий? Это означает задать гомоморфизм алгебр функции в другую сторону. То есть вот этот товарищ дает нам гомоморфизм из cy в из cy в cx. Но он же еще J-инвариантный. Что это нам дает? Это нам дает, что образ будет лежать в инвариантах. Правильно? J-инвариантный морфизм переводит произвольный полигон в полигон постоянный на орбитах. Поэтому просто образ этого дела обязан лежать в инвариант. Это просто по J-инвариант. И это нам дает просто нашу коммутативную диаграмму. Хорошо. Значит, теперь я бы хотел рассмотреть некоторый содержательный пример. Бессодержательный пример мы уже рассмотрели. Давайте рассмотрим содержательный. Пример номер один. Значит, G, это будет группа GLN, а X будет просто эндоморфизм ICN. Иными словами, N на N матриц. И G действует на матрицу А сопряжение. Мы хотим посчитать алгебру инвариантов, или иными словами, мы хотим описать категорный фактор. Значит, предложение. Алгебра инвариантов. Это алгебра многочленов. От n переменных. А именно переменные должны быть функциями на x, и эти функции будут просто следами степеней. А именно trace от a в степени i, где i пробегает от единицы до n. Давайте поставим эксперимент и спросим людей в аудитории, кто знает, как это доказывать. Я знаю, как это доказывать, дайте я это докажу. Доказательство.
Значит, идея очень простая. Мы будем ограничивать наши функции на диагональные матрицы. Где я? Ограничь на диагональные матрицы. Давайте я сделаю это более формально. Давайте я замечу, что у меня есть отображение из Cn в x, которое делает вот что. Оно берет x1, xn и засылает его в диагональную матрицу с коэффициентом x1, xn. Давайте рассмотрим композицию этого отображения с морфизмом факторизации. Я утверждаю, что морфизм факторизации инвариантен относительно действия Sn. Товарищ, звездочка Sn инвариант. Почему? Ну, дело в том, что если переставить элементы у диагональной матрицы, это все равно, что сопрячь эту диагональную матрицу с мономиальной, правильно? Поэтому это отображение инвариантно относительно Sn. Оно просто сохраняет орбиту, в которой лежит образ. Раз оно инвариантно относительно Sn, оно пропускается через единственное отображение из Cn по модулю Sn в x по модулю g. Давайте я назову это альфа. Как нам понять альфа? Ну, давайте поймем, что делает pullback относительно альфа, соответствующий гомоморфизм алгебр функции. Альфа со звездочкой — это просто ограничение на диагональные матрицы. И по сказанному выше оно переводит G-инвариантные полиномы в Sn-инвариантные полиномы. Поэтому это действительно гомоморфизм из C и G. C, Cn, Sn. Я утверждаю следующее. Я утверждаю, что альфа со звездочкой сюрреактивна. Подождите. Альфа со звездочкой сюрреактивна. Почему? Потому что я могу рассмотреть, что происходит с функцией trace от a в степени i. Ну, это просто надо взять и посчитать, понимаете, возвести диагональную матрицу в степень i и посчитать трейс. Считать трейс диагональной матрицы легко и приятно. Надо просуммировать коэффициент. Поэтому то, что мы получаем p и t, а именно i степенной симметрический многочлен. Понимаете, алгебра симметрических многочленов, она такими товарищами порождена. Эти товарищи, они порождают алгебру симметрических многочленов. А посему, поскольку для каждой порождающей вы нашли что-то, что в нее переходит, поэтому наше отображение сюрреактивно. Или на языке соответствующих многообразий
эквивалентная формулировка состоит в том, что альфа – это замкнутое вложение. Правильно? Как мы проверяем, что замкнутое вложение является изоморфизмом? Достаточно показать, что оно сюрреактивно. То есть остается утверждение 2, что альфа сюрреактивно. Что на самом деле мы должны показать? Что такое точки вот этого товарища? Точки вот этого товарища – это замкнутые же орбиты в Х. Правильно? Точки в образе альфа – это диагональные матрицы. Поэтому то, что мы должны доказать, что любая замкнутая орбита состоит из диагонализуемых матриц. Это эквивалентно сюрреактивности. Эквивалентно любая замкнутая же орбита вообще любой замкнутый класс сопряженности состоит из диагонализуемых матриц. Согласны? Это то, как работает демократия. Молчаливое большинство не ходит на выборы. Да. Совершенно верно. Я хочу сделать немножко более... Я не хочу пользоваться жордановой нормальной формой. Я хочу пользоваться тем фактом, что любая матрица сопрягается до верхней треугольника. То есть доказательства можем считать, что матрица А у нас верхняя треугольная. И давайте применим к этой матрице следующий элемент. Давайте обозначим через гамма t диагональную матрицу с коэффициентами t в степени n минус 1, t в степени n минус 2 и так далее. 1. И написав формулу для сопряжения, вы легко поймете, что над диагональю стоят элементы с положительными степенями t. Когда мы напишем гамма t а гамма t минус 1, мы получим что-то в виде а1 ann 0, а здесь что-то кратное t. T умножить на что? И поэтому, когда мы возьмем предел при t стремящемся к нулю, мы получим просто диагональную матрицу. Именно так, как нам завещал профессор Вербицкий. Ну и что? Дело в том, что, понимаете, если наша орбита замкнута, то этот предел обязан лежать в орбите. Если же А замкнута, то предел, который мы рассматриваем, лежит в этой орбите. А поэтому А сопряжена вот этому, то есть диагонализуемо. Что завершает доказательство нашего утверждения? Вопросы?
Причина, почему я так подробно остановился на доказательстве этого довольно базового факта, заключается в следующем. Сейчас я захочу решить сходную задачу. Я хочу доказать следующее предложение. Я утверждаю, что Z... Помните наш Z? Забыли еще? Такие тройки, в которых матрица коммутирует, да? Значит, Z фактор по G изоморфен C2n фактор по Sn. Как алгебраическое многообразие? Ну хорошо, давайте это доказывать. Для начала я хочу ввести обозначение. Я обозначу через Z с чертой снизу. Это будет просто множество пар коммутирующих матриц. Так называемое коммутирующее многообразие. Ну понятно, что наш Z... Это просто z, подчеркнутое снизу, умножить на c в степени n. Вы дальше понимаете, значит, мы можем рассмотреть просто постоянные матрицы. Нету. Это называется zs. А z просто аффинное многообразие. Можем рассмотреть постоянные матрицы внутри g. А? Z это вот это определение Z, если хотите. Это называется ZS. Это открытое подмножество. Мы его пока не трогаем. Оно там лежит себе в сторонке и расслабляется. Оно напряжется немножко позже. Вот. Так вот, что я хочу сказать. Дело в том, что постоянные матрицы в G действуют здесь тривиально. Сопряжение постоянной матрицы не дает ничего. А здесь действует умножением на скаляр. Ну, то есть на тот самое, значит, постоянное. То есть действует здесь тривиально, здесь просто умножая на t. Откуда немедленно следует, что любой инвариантный многочлен на z постоянен вдоль cn. Любой f, который постоянный на G, который инвариантен на Z, постоянен вдоль C. Если хотите, это очень похоже на наш пример номер 0, где мы рассматривали только C, но действие только постоянных матриц. И мы видели, что у нас нет нетривиальных инвариантов. Что нам это говорит? Это нам говорит, что на самом деле мы можем не заморачиваться насчет вот этого, а просто рассматривать действие G на Z подчеркнуто. Иными словами, инварианты на Z, самое, что инварианты на Z подчеркнуто. А дальше, чтобы посчитать вот это, мы будем рассуждать точно так же, как в предыдущем случае. Изоморфизм между этой алгеброй инвариантов и инвариантами Sn в C2n аналогичен вариантом в эндоморфизмах Cn с рассуждение то же самое. Вы рассматриваете вложение из диагональных матриц, вы получаете гомоморфизм отсюда сюда ограничением, вы доказываете, что он сюрреактивен, потом охарактеризуете замкнутый орбит. Провести это доказательство остается в качестве упражнения. Вот.
Вопросы? Сейчас такие лица грустные. Тебе ничего не понятно, что ли? Музыки ему все понятно. Хорошо, супер. Что еще надо? А потому что мы сопрягаем постоянными матрицами. Они совсем коммутируют просто, понимаете? Вот есть у них такое приятное свойство. У них есть еще приятные свойства, в частности это. Ну вот, значит, я хочу закончить эту часть комментарием для эстетов, что если вы хотите написать статью, которую опубликует в Annals of Mathematics, то вы можете решить следующую задачу. Замечание. Понимаете, значит, вот наш Z подчеркнутый, мы его рассматриваем как многообразие, да, с приведенной схемой структурой. У него есть естественная схемная структура, это схема с уравнениями. А коммутирует с B равно нулю. Это некоторый набор квадратичных уравнений, как матричный коэффициент. N квадрат минус 1 уравнений. И гипотеза, что эта схема приведена сама по себе. Ну, то есть понятно, что люди посчитали на компьютере, вот не нашли нильпотентов. И это такая гипотеза, которая вот очень широко открыта. Так что вперед, ребят. Но тем не менее, значит, верно следующее. Верно, и это результаты Тинглофа и Гинзбурга. Что алгебра инвариантов не содержит нильпотентов. Не содержит нильпотентов. Ну, то есть мы на самом деле посчитали алгебру инвариантов с естественной схемной структурой. Хорошо. Значит, заключительная часть этой лекции, собственно говоря, про GIT-факторы. И теперь мы будем решать ту задачу, которую мы перед собой исходно поставили. Мы хотим описать G-орбиты в том, что называется Z с верхним индексом S. Это открытое подмножество в Z, которое задается условием наличия циклического объекта. Для того, чтобы понять, что же мы пытаемся получить, давайте рассмотрим тот самый пример номер 0. Давайте рассмотрим действие одномерного тора на Cn. Ну, мы поняли, что категорный фактор просто тривиален. Мы бы хотели получать что-то нетривиальное, и как бы такая элементарная математика подсказывает нам, что же мы хотим получить. Вот если мы удалим 0 из Cn, и профакторизуем по тору, мы получим не что иное, как Pn-1. И мы хотим, чтобы наш фактор был вот этим, потому что это наиболее естественный фактор, который вы можете придумать. Мы хотим получить процедуру, которая позволит формально осуществлять такую факторизацию. И для начала давайте обсудим следующую штуку. Давайте обсудим характеры полуинварианты и полустабильные точки.
полустабильные точки, это вот будет некоторый такой способ приходить от всего CN к дополнению нуля. То есть мы хотим некоторые точки выкинуть из нашего многообразия. Для этого мы дадим кучу определений. Начнем с определения характера. Пусть у нас G — это некоторая редуктивная группа. Значит, характер — это не что иное, как гомоморфизм из G в одномерный тор. Гомоморфизм алгебраических групп. Например, если ваша группа это G или N, если G равно G или N, то мы можем взять детерминант. А можем взять какую-нибудь степень детерминанта. В случае мы можем положить, ну давайте гомоморфизм пусть называется θ, можем положить θ равно детерминант в степени k, где k какое-то целое число. И несложно видеть, что других характеров просто нет. Это все характеры G. Теперь давайте определим полуинвариант. Полуинвариант веса θ. Это вот что, это функция на нашем многообразии x. Такая, что g, примененная к f, не есть f, а есть θ от g умножить на f. Мы посмотрим на примерчик немножко ниже. И, наконец, мне надо будет определить полустабильные точки. А точка x в большом x называется θ полустабильна. Если существует n больше нуля и существует полуинвариант. Полуинвариант веса θ в степени n такое, что f от x не равно 0. Для того, чтобы понять, что мы получаем в примере, давайте этот пример рассмотрим. Пример. Давайте возьмем G, это одномерный тор, и X это CN, где действие такое же, как и выше. Значит, мы с вами уже определили, как G действует на полиномы. И то, что мы с вами поняли, что полином, ну, однородный полином θ, правильный вопрос, значит, θ от t будет равно t в минус 1. Да.
однородный полином степени И. Это есть то же самое, что полуинвариант веса θ в степени И. Полуинвариант веса θ в степени И. Правильно? Это то, как наша группа действует на однородных элементах степени И. Умножением на t в степени минус И. Теперь, кто такие θ-полустабильные точки? Это ровно точки, отличные от нуля. θ-полустабильно эквивалентно просто не равно нулю. Вы хотите найти все точки, для которых существует однородный многочлен положительной степени, отличный от нуля. И это в точности точки, не равные нулю. То, чем мы будем заниматься, мы будем факторизовать множество полустабильных точек. Это я объясню чуть позже. Так, господа, какие-нибудь вопросы? Жалобы? Я все объясню. Все объясню. Без обмана. Ну, ответ на ваш вопрос мы так же, как мы факторизовали вот здесь. Где? Вот здесь. Взятием project. Вот, хорошо. Значит, давайте я закончу это обсуждение двумя вещами. Давайте я введу обозначение. Cx, g, theta. Это будут просто все полуинварианты веса theta. А x, θ полустабильно, это будут все просто θ полустабильные точки. И в частности, это открытое подмножество в x. Это дополнение к множеству нулей и некоторых полинов. Точнее, объединение до таких дополнений. Вот хорошо. А теперь давайте я объясню основной пример, а именно предложение. Возьмем теперь g, это g ln. Возьмем x, который равен нашему z, который уже отпечатался в наших сердцах неизгладимым образом. И возьмем θ, это детерминант минус 1. И спросим себя, что ж такое z θ ss? Что ж такое множество полустабильных точек? И ответ — это множество ZS, которое мы описали как все тройки A, B, I в Z, такие, что I это циклический вектор. То есть мы придумали формализм, который позволяет нам выделить подмножество ZS в терминах действия групп. Ну, то есть не мы его придумали, мы его как повторили. Вот, давайте, поскольку у вас лица такие грустные, я сначала докажу простую часть, а потом, если останется время и, как сказать, ну, энергия и масса, то есть если вы не уйдете из аудитории, я докажу сложную часть. Хорошо? М?
Ну, правильно. Энергия выходит вместе с массой. Но если не обсуждать, как это соотносится с теорией относительности, значит, доказательства. Я пообещал доказать простую часть, и простая часть — это то, что все точки отсюда полустабильны. Ну как это доказывать? Надо просто взять точку отсюда и предъявить полуинвариантный полигон, который в ней не обращается в ноль. Правильно? То есть давайте возьмем тройку А, Б, И отсюда. Что значит, что она отсюда? Это означает, что у вас найдется n полиномов f1, fn от двух переменных, каких? Таких, что f1, a, b и ля-ля-ля fn от а, б и является базисом. Правильно? Как некоторых из нас учили в курсе линейной алгебры, быть базисом — это то же самое, что детерминант отличен от нуля. Иными словами, следующий полином f от а, б и, который есть просто детерминант вот этих товарищей, fkt a, b, i, k от единицы до n, что этот f отличен от нуля. Правильно? Условие лежать в ZS означает, что некоторый очень конкретный полином не равен нулю. Но дело в том, что этот полином является это полуинвариант. А именно, если вы считаете f от g, примененное к a, b, i, то вы после алгебраических манипуляций приходите к следующему. Приходите к det g умножить на fk a, b, i, то есть не что иное, как просто dg, dg в минус 1, fg в минус 1, что есть просто dg в минус 1 умножить на f от a, b, i. То есть мы предъявили полуинвариантный полином, который в нашей точке отличен от нуля. Значит, она полустабильна. А если вы хотите доказать в другую сторону, то вы должны воспользоваться соображениями а-ля теорема Гильберта-Мамфорда, которые можно предсказать полностью элементарно, но за неимением времени этого делать не будет. Пока. Может, время останется, тогда это дело. Ну вот, хорошо. А теперь наша задача, после того, как мы это сделали, наша задача, собственно говоря, построить факт. Часть 2. GIT факт. Давайте я сделаю следующее. Давайте я выберу тета, некоторый характер g. Из этого тета я изготовлю следующее подпространство в моей алгебре функций an. Это будет просто пространство
полуинвариантов веса θ в степени n. И дальше я рассмотрю А, которая будет прямой суммой АИ. Оно живет внутри θ. Не только оно живет внутри, оно еще является подалгеброй. Это подалгебра. По той простой причине, что если вы перемножаете АНТ с АМТ, вы попадаете в АН плюс Т. Просто напишите по определению, и все увидите. То есть это подалгебра градуирована. Значит, все здесь взрослые люди, все знают, что в алгебраической геометрии делают с градуированными алгебрами. Из них делают проджи и продают на черном рынке. Отсюда мы можем сварганить продж от этой алгебры. И перед тем, как ехать дальше, давайте рассмотрим наш любимый пример, который, надеюсь, мы все понимаем. Пример. G — это одномерный тор. X — это Cn. Это t в минус p. В этом примере опять, что такое θ в степени i полуинвариантные функции? Это однородные функции степени i. Поэтому A это просто c от x, а продж от a это pn плюс 1. Это тот самый фактор, который мы с вами хотим получить. Правильно? Это, кроме того, есть еще x, это полустабильное, фактор пажа. Ну, в таком в наивном смысле, как вот нас учили в школе. Это заставляет нас думать, что в общем случае мы должны объявить это дело фактором. Давайте так и сделаем. Определение. GIT фактор. X фактор по тета G. Это будет просто прочь от A. И дальше нам надо заметить две вещи. Дело в том, что это хозяйство приходит с двумя выделенными морфизмами. Есть два морфизма. Морфизм ρ, который идет из GIT фактора в обычный категорный фактор. Каким образом такое получается? Ну, понимаете, это прочь от А. А это спектр нулевой компонент. Если вы хорошо почитаете учебник по алгебраической геометрии, вы увидите, что вот такой морфизм есть. Он там где-то прячется внутри. Это первая штука. На самом деле, мы еще имеем морфизм, который я назову π, и он идет из x, θ полустабильное, прочь. На самом деле такой морфизм тоже прячется в учебнике по алгебраической геометрии. Но я хочу его немножко альтернативно описать.
Как такое получается? Значит, для этого надо вспомнить, что как любое алгебраическое многообразие, мы можем склеить прочь из открытых кусков. Какие это открытые куски? Значит, прочь А склеен из следующих вещей спектр А F минус первой 0, где F это какой-то элемент из АН, вытянем, что АМ. А вот этот 0 здесь обозначает градуированный компонент степени 0. Компонент степени 0. Это опять следует из определения прочего. Значит, что это такое? Ну, это есть не что иное, как сумма по n больше либо равно нуля. А n m f в степени минус n. Все элементы здесь степени 0 выглядят ровно так. А это, в свою очередь, есть просто инварианты для действия g на функциях на открытом множестве определенном f. Это тоже это равенство легко проверить. Таким образом, что же мы видим? Мы видим, что наш фактор склеен из категорных факторов для действия g на открытых множествах вида xf, где f у нас принадлежит am с m больше нуля. То есть, понимаете, ничего себе, если я пойду немножко овертайм. Так, 5 минут. Ну, тогда, может, 6. 8. Хорошо, договорились. Значит, понимаете, как бы, ну, в чем пафос того, что здесь написано? Ну, теперь вы хотите построить фактор для действия группы на неафинном многообразии. Что является вашим совершенно естественным инстинктом? Вы уже знаете, как строить факторы для действия на афинных многообразиях. Давайте покроем наше неафинное многообразие открытыми афинными g-устойчивыми подмногообразиями, возьмем факторы, потом их склеим. Ну, ответ, если вы будете делать этот балды, то у вас получится гадость. Оно не будет алгебраическим многообразием. Нельзя просто взять алгебраические многообразия и как-то их поклеить. У вас получится бяка. Это такой способ, который вам позволяет контролировать, что у вас получится именно алгебраическое многообразие. Вот, хорошо. Теперь как же это нам помогает увидеть морфизм P, который мы хотели. Ну, понимаете, просто сам x θ полустабильный. x θ полустабильный, он является объединением по всем вот таким f, как выше, открытых подмножеств xf. А еще у вас есть просто pf, который идет из xf в xf фактор по g. Обычный морфизм факторизации. Теперь ваш GIT фактор, он просто склеен из таких же, но факторов. И вы можете проверить, что вот эти вот pf, они корректно склеиваются в морфизм. Можно проверить. Показать, что PF склеивается в морфизм. Факт, который опять прячется в учебнике по алгебраической геометрии. Хорошо. Ну и теперь давайте я закончу с двумя
замечаниями слэш результатами. Да, пожалуйста. Ну да. Ну, дайте я подумаю. Это немножко тонкий вопрос, там как бы. Ну, в общем, как. В общем, будет плохо, хорошо? Ладненько. Значит, теперь я хочу просто сформулировать предложение, которая говорит, что же он говорит-то? Первое. Значит, вот наш фактор, который мы построили, он параметризует что? Он параметризует орбиты, G-орбиты в x тета полустабильная, которые запуты в некотором xf. Ну, это просто следует из конструкции π, понимаете? Просто вот это будет параметризовывать такие орбиты. Это первая штука. А вторая штука говорит, что у нас есть следующая коммутативная диаграмма. У нас есть x тета SS, которая вложена в X, как открытое подмножество. У нас есть P. У нас есть P. И у нас есть наш гомоморфизм Rho, который, давайте заметим, по определению проективный. Это просто определение проективного морфизма. Это проективный морфизм. Так вот, эта диаграмма коммутатив. Пойти сюда, потом сюда, то же самое, что сюда, потом сюда. И это есть некоторая игра в определение, которой я сейчас заниматься не буду. А напоследок, ну, давайте вздохнем поглубже и заметим, что мы решили нашу задачу. Мы снабдили схему Гильберта. Структура алгебраического многообразия. Какой? Вот примерно такой. Теорема. Пусть у нас θ по-прежнему равно dθ минус 1. Тогда hn – это git-фактор для действия g на z с характером θ. А ρ, которое приходит из этой конструкции, это не что иное, как отображение, которое мы построили. Отображение из начала лекции. Которая берет идеал и сопоставляет множество его нулей. Доказательство. Давайте я докажу первую часть. Ну что мы знаем? Мы знаем, что z, theta, ss это то же самое, что zs. По крайней мере, я вам это пообещал. Мы знаем, что этот фактор здесь параметризует орбиты, замкнутые в чем-то там. Но дело в том, что, понимаете, действие G на ZS, оно свободное. Поэтому все орбиты имеют одну и ту же размерность, и поэтому все они замкнуты, неважно в чем. Все орбиты одной размерности. Поэтому наш фактор, который параметризует просто, он параметризует все орбиты. Поэтому. Таким образом, Z
фактор θ g. Это то же самое, что ZS. Наивный фактор по g, как множество. А это есть h. Вот. А значит, утверждение про ρ, такое наивное описание ρ, оно просто следует из коммутативной диаграммы и остается в качестве задачи. Описание ρ, которое бьет из z две черты θ g, z просто фактор по g, который есть c2n по sn, как мы видели выше. Это есть hn. Следует коммутативные диаграммы. И остается в качестве упражнений. Да, я знаю, что происходит с этими упражнениями, как правило. Не первый раз, когда я читаю лекции студентам. Значит, ну, это конец этой лекции. На следующей лекции случится две вещи. Нет, если никто не придет, то следующей лекции не будет. Хорошо? Но если кто-нибудь придет, то он или она услышит следующие два сюжета. Сюжет о том, почему это хозяйство гладкое многообразие. Гладкое и неприводимое. И, собственно говоря, сюжет о той алгебраической геометрии схемы Гильберта, которая нужна для доказательства тех комбинаторных результатов, которые мы обсудили на прошлой лекции. Это такие два довольно независимые друг от друга сюжета. Вот, а на сегодня все.